уже знаете, и название прочли, и уже сколько лет вместе с нами виртуально живете. 21 июля, день рождения нашего среднего мальчика. Ну, он не средний, он такой высший. Арка уже 11 лет. Да, время летит, самое главное в этом деле. Дети взрослеют, а мы остаемся молодыми. Вот такое чудо с нами творится. Муж говорит, надо помнить корни. Сегодня с цветами пришел. Говорю, о, какой ты милый, хороший, мне цветы принес. Говорит, надо помнить, откуда он появился сначала. Вспомнили, откуда он появился, и продвинулись дальше. Сегодня решили быстрым шагом сделать такой маленький день рождественский ланчик, когда дети вернутся в лагерь, пошли всего лишь на час. Пошли, пока покатаются, маленький ланч приготовлю с вчерашнего лазанья. Если смотрели вчера, вкуснейшую лазанью приготовили, съели. А лазанью, когда готовите, на следующий день еще вкуснее. Ланч сделаем, на бегу приготовлю торт на его день рождения. Что обычно готовят на бегу? Что-то из готового теста. Уже выпекаются коржи, Наполеон. Слоеное тесто. Просто разрезала на кружочки, чтобы, ну, день рождения торт должен быть круглым. Не квадратным, не прямоугольным, не треугольным. Круглым. Торт это круглый. Сделаю крем из, знаете чего, классический крем. Из, вы скажете, сгущенки. Но вареные сгущенки вкуснее получается. Сгущенка, масло, немножко ванилин, ваниль. Крем приготовлю, на коржи намажу, сверху ягодами пройдусь, сахарная пудра, и будет очень красиво. Все подумают, о, какой красивый торт, наверное, целый час готовила. Полчаса понадобится, если найду сгущенку. Первым делаем самолеты. Девушки потом. Цветы в вазу. У тебя розовое настроение было, а других цветов не было. Он любит розы. А мне все равно, я люблю цветы. Лучше, если они полевые. Но если розы, пусть будут розы. Эгины вам цветы подарили, а вы еще капризничаете. Полевые захотела, видите ли. Проверяю на свежесть. Иногда мой муж пойдет, ему все равно. Он пошел покупать цветы. Он берет букет, приходит домой. Открываешь букет, а там уже все гнилое. Хочется понести этот букет и на голову продавцам. Зачем продаете гнилые букеты? Я замешиваю порошок, чтобы розы держались. Чем дольше, тем лучше. Хотя цветы, которые муж дарит, обычно держатся почти целый год. Все, быстро аранжировали и сюда. Дети пойдут обратно на свое место, а те придут к окну, потому что лучше сочетаются. Вот эти очень хорошо здесь сочетаются. Все, цветы на месте, собираю, убираю, разбиваю масло до потери сознания, добавляю это, ваниль и крем готов. И не забывайте, у меня печется что-то в гараже. Это что-то уже испеклось. Еще один. Все, пока остывают. Почищу, крем приготовлю, свой зеленый утренний сок, который сочетается с вашим платьем, выпью. О, кофе хочешь поставить? Секундочную. Мы сегодня на бегу кофе пили, мальчиков собрали, приготовили на занятие с Арнак.
Влади на занятие. Послали, отца говорит, ну, вчера говорит, мам, интересно, какие у меня подарки будут? Говорю, Ака, не начинай, Леголенд это твой подарок. Говорит, да, знаю, просто хочу знать, какие еще другие подарки будут у меня. Он ведь нормальный мальчик, наш мальчик знает, что просто Леголендом не обойдется. Ему купили барабанный комплект, настоящий, почти что профессиональный. Решили вернется из хоккея и будет подарок как будто на виду. Потом решили, зачем открывать его подарок. Поедем, пусть там насладится. Сын сказал, его в магазин поведу, Лего магазин, что захочет, куплю. Подумает, ох, пошли в Лего, действительно у меня подарков нету. Там купит ему Лего, подумает, о, это мой подарок. То и то хорошо, Лего любит. Вернемся домой. Большой подарок его, то, что он хотел, но не ждет, потому что знает, что мама никогда не позволит барабан в доме. Они два мальчика, уже это почти как два барабана. Ну да, будет сюрприз. Так что, а завтра будет его рождественский ужин. Сказал, что хочешь. Хочешь, ламадюн сделаю? Пиццу хочешь или шашлык? Угадайте, что выбрал мальчик. Не надо угадывать. Он пиццу каждый день ему подарите, в подарок возьмет. Окей, ягоды мы уже попросили купить. Всевозможные. Ежевика, голубика. А что так ягодами, как будто этой каймой торта пройтись. Малина. Желтых не было, а? Golden berries. Еще. И курица. Сейчас этих быстро мою и даю посушиться. Аромат такой быстрый, такой рождественский кофе сделаем. Набегу. Пока мужа заговаривала, он кофе ставил, я крем начала. Почти готов. Кофе готово. То есть кофе тоже готов. Оказалось, кофе не среднего рода, а мужского рода. Но иногда кофе еще и среднего рода. Идите, думайте, зачем кофе? Начнем с того, зачем кофе иметь род. Ну, раз уж имеет, еще и два рода имеет. Захочет мужского рода, захочет среднего. Я вас заговаривала. Завтра гата тоже испеку. Арка любит. Это его любимая выпечка. Немножко кофе. Это значит, в дорогу едем, Аля. Знаете, да, когда кофе капает. И смотрите, какая дорога светлая. Потому что у меня цикорий, а не кофе. Вот и правильно. Пьете цикорий, дорога еще светлее бывает. Все, садимся. Секундочку. Мы с утра проснулись, и все по своим делам бегом, бегом, бегом. А он стоит. Кто он, уже не ясно. Хочу пойти инжир собрать у соседей. У них инжир внутри красный. Красиво получится, когда разрезать и на торт. Тоже фруктовый что-то хочу сделать. Хотя дети, знаете, фрукты не будут кушать. Удаляют, потом кушают. Но мне все равно. Мне нужно, чтобы мой торт красиво выглядел. Выглядел как торт на день рождения. Очень вкусный. Себе кофе ставит, мне цикорий. Иногда, ну, утром пьем, но больше стакана не пью. А ему все равно. Он бронированный. Что касается кофе, только кофе. Так и не смогла победить. Быстро потом допью, хочу инжир собрать. Хочу маленькие, но не громадные. Какой симпатичный.
Эти очень хорошо для варенья, но наши вкуснее, слаще, то есть наши. Они долго будут помнить это дерево. Ну, уезжать, знаете. Еще и на 2 года или не знают на сколько. Птички самые сладкие кушают, знаете, да? Все, времени нету, а то бы больше понабрала. Сосед говорит, принесите свой этот самый лестницу, принесите с лестницей самый лучший наверху. А у них что, лестницы нету? Они только с этого собирают. Они уже все распродали. Интересно, а машины что будут делать? Какая мне разница? Крем готов, кружки в самом конце сделаю. На коржи поставила сеточку, чтобы сильно не поднялся, но сейчас жалею. Могла бы оставить, немножко поднялся бы и сделала бы разрез, и получились бы 4 слоя. Но 2 толстых слоя получится. Не очень толстые, хорошо выпеклись. Это самое главное. Здесь сделаю, потом на стенд, кейк-стенд положу. Окей, процесс пошел. Быстро-быстро. Такой быстрый торт на день рождения вы еще не делали. Название этого влога должен положить. Написать, то есть. Лучше было бы, если между слоями тоже, да, прошлась кремом. It's okay. По бокам тоже пройдусь. О, надо было. У меня еще есть слоеное тесто в квадратиках. Нужно было еще немножко квадратиков сделать, и крем добавился, то есть экстра получилось. Не знаю, почему на доске сделала, уже начинаю жалеть, что пергамент не положила на доску. Лучше поздно, чем никогда. Лучше на этой доске легче работать. Всего лишь чуточку крема намазала. Ничего не случится. Никто не заметит, никто не узнает. Быстро-быстро. Положу, потом намажу. Или размажу. Думаю, лучше не бывает. На самом деле, давайте все признаемся. 100 раз, 1000 раз, 1 000 000 раз лучше самой приготовить быстрый на ногах. На бегу. Торт, чем заказывать с синтетическими кремами, с разными красителями и с разными, не знаю, никому неизвестными веществами. Но красивые торты. Если вы умеете, конечно, с натуральными всеми этими сами это приготовить. И думаю, все умеют. Дело в том, кто хочет это сделать, у кого нервы крепкие, у кого нервы успокаиваются, когда пекут торты. У меня нервы шатаются от этого процесса. Я не успокаиваюсь от торта. Мне хочется быстро их закончить и все, и забыть. С тестом могу возиться, поиграть, долго замешивать или что-то с тестом делать. Но чтобы с кремами узоры делать на тортах... Окей, пока вас оговорила, крошку сделала. Должна была 3 слоя сделать, у меня еще один был. Думаю про себя и выговариваюсь громко. Ну, чтобы такой высокий был. Но у нас есть высокая подставка. Поставим на высокую должность этого торта. И ничего не будет. Сверху еще ягоды, фрукты положу. Лучше будет смотреться. Еще сахарной пудрой пройдусь, это вообще волшебство получится. Вчера с дочками, то есть старшая дочка, оказывается, уставшая была вчера, не помню, что было, как было,
но помню, что вчера был в нашей жизни. Она говорит, я спросила мам, значит, кошек не надо в ванной комнате запирать на ночь? Ты сказала, да, не надо. Не знаю, наверное, я не дослышала вопрос или не поняла. Anyway, ночью кошки были свободны, это хотела сказать. Эта ночка, наша Гишер, пришла, решила посетить нашу спальню. Посмотреть, как мы там спим, какие сны видим. Пришла и прямо на мои ноги легла и... Ой, четко! О, срамнаек, на стол нельзя подниматься. А где мой спрей? Инчевице, anyway. Боялась ноги шевельнуть, она нападала на мои ноги. Потом, ну, жарко было, нечаянно ноги из-под одеяла сняла, она прямо обняла мои ноги и начала кусать, потом лизать, потом кусать, потом своими этими когтями что-то уже хотела, как будто нидинг делаю, да, когтями. Очень хотелось ее прямо вот так, как футбольный мячик, но собрала себя в руки и аккуратно удалила. Не знаю потом, куда она пошла, а утром есть коглюхка джартема барца на сверев. Говорю, голову сломай, если поднимешься на стол. Утром под нашей кроватью, как землетрясение, оба сошлись. Ох, муж сказал, кто их оставил? Ну, утром, имею в виду, где-то к 5-6 часам. В общем, сегодня у нас в спальне был шоу. Кошачье шоу было в спальне под кроватью. Шоу под кроватью. Что было? Кошки были. А дочке сказала, пару проснулись, кто их отпустил? Мам, ты сама сказала. Окей, говорю, значит, вечером, когда мама уставшая, ей серьезные вопросы не задавайте. Она на все согласна. Лишь бы ответить и пойти поспать. Все, руки мою, двигаюсь дальше. С этой пудрой все красиво. Все более аппетитно. Ягоды такой маленький, такой. Увидите. Такой маленький, увидите. А давайте сначала на стенд положу, потом ягоды. Скоро дети придут. Хочу, чтобы уже почти готовые увидел. Можно даже ягоды так по краям тоже положить. Пожалуйста, не упади. Спасибо. Сюда. Посмотрим, что поместится на нашем торте. Доходим до конечной станции. Сейчас как будто нечаянно, симметрично кладем, как получится. Можно их вообще разбросать по краям. Но не хотим разбрасывать ничего. Пусть будет аккуратно. Скажем, приблизительно что-то в этом роде. Окей, пусть будет. Потом время от времени можно чужим взглядом посмотреть. Ежевика тоже красиво, когда разрезываете. Тоже красиво смотрится. Закончила почти. В центре ничего не положу, чтобы свечку поставить. Хозяин передумал. Хочу на это поставить. Это более высокий и более по размеру подходит торту. Ага, вот это как будто большую туфлю одели на маленькую ногу. Так лучше. Все,
Если не поленитесь, потом сверху, если у вас растут анютины глазки, очень красиво смотрится. Между фруктами, ягодами анютины глазки очень хорошо сочетаются. Нету у нас уже никаких таких маленьких красивых. А, нету. Можно мяту туда-сюда положить, но мяту не люблю, потому что вянет и портит весь лук. Не хотите. Тортик идет в холодильник. Немножко пусть посидит, лучше будет ознакомиться, прикрепиться. Hi. Hi, Lucius. Flower? What is it, huh? Hochzeitig? Happy birthday, young fellow! I'm the drill, and I got five goals. Wow. Five goals, потом еще два гола, это рекорд. I felt so bad on with my friend, because she was on the other team. Плохо почувствовал за своего друга. Он на другой команде играл. У него друг есть. Инчанкеру читану. Андрей. Говорю Эндрю или Андрей, говорю Андрей. Is he Russian, Бек? I don't know. No? Yeah, he is? Yeah. Наш друг русский. He's Sammy's brother. Oh, Sammy's brother, Сэмми играет Сашка. Ну, вместе играли, то есть в прошлом году. Стасик, лазаньон так, хасеньку тут. Анька соватик? Они голодные. Обычно они так просто не возьмут, инжир не съедят. Позавчера ничего из фруктов не было. Инжир на ланч положила. Сэндвич с арахисом и инжир. Бек пришел, говорит, мам, если бы ты больше положил, я бы все съел инжир. Говорю, а с вами нужно какой-то суп, борщ положить в лагерь. Вот, будут голодные, сидят, как мы были, так и сегодня в этих тарелках, давайте все признаемся, тарелки после лазаньи что-то невыносимое. Очень трудно моются. Не хотите, весь... Вся эта стиральная машина, не стиральная машина, как называется, тарелка, дишвашер, инчер, знаю, посудомойка, уже полная. А могут такой сыр, кухцы, шот. Бейк, эгик, но в этой тарелке так неудобно, режут, тарелка тоже режется. Мне все равно. Сегодня день рождения моего сына. Единственный ребенок, который не дал мне дойти до боли. Как король. Безболезненно родился мальчик. А мы где остались? Который там? Который Есть чем на том бросить к нам? Чем на стуче? Бейк, ты утумес? Я же ам. Уже любит. Я шуш, конечно. А у тебя на гире, right? Right. And then I was about to take out my dog's jersey, and then a little piece of ice fell out my bag. Ага, говорит, чистил свою, то есть из сумки доставал свои экипировку или что-то вещи. Кусочек льда достал. Вот так холодно было на рынке, на льду. Лили, утомишь лазанья? Я еще и рилс снимаю притом. Окей, все собрались. А то ты герка и шумек. Бек, come on! Это мой сын будет. Это кракер. Герек. Чёрс! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy
Happy birthday, dear Akka. Happy birthday to you. Make a wish. Got to make? What to make? Okay, who wants a cake? Наполеон. Чего? Ты как это делаешь? Тоже сейчас не кушаем, потому что длинную дорогу едем, а у нас есть experience. Когда очень много кушают и сладкое. Особенно сильно. Нехорошо получается, говорит. И все знают об этом. Все вежливо отказались. Окей, вечером еще раз свечку оставим, зажжем еще раз. Вот это умное решение. Я знала, что дети так и захотят. Guys, tati papik neri pati zangeng. Окей. Дедушкам, бабушкам нужно позвонить. Окей, кейк. А как говорить на армянском, мне не спели. Таре дарте айсор. Окей. Guys, мы апелен кейфком. Армен. Ари, 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 жаловался наш посетитель каждодневный. А ну сейчас бабушкам позвонили, они нас ждали к утру, чтобы там утро здесь вечером. Маме позвонила, подожди, сейчас пойду оденусь, торт, свечи поставлю. Говорю, нет, не надо одеваться, торт не надо, вечером позвоню. Позвонили свекрови, говорит, сейчас пойду принесу торт, я утром ждала, говорю, ждите к утру, вернемся. Все, как-то мы, одеваемся и вылетаем.